Дорогие друзья, 2016 год для нас начинается со дня рождения Центра подготовки космонавтов. В год 55-летия первого полета человека в космос Центр отмечает 56-ю годовщину со дня основания. История Центра неразрывно связана с покорением космоса. Первый полет человека в космос, первый выход в открытый космос, первый полет женщины-космонавта стали возможными благодаря труду людей Центра. Сотрудники ЦПК причастны к великим свершениям 20 века. И эта летопись славных дел продолжается в веке 21. Усилиями коллектива ЦПК была реализована заветная мечта человечества – достичь космоса. Мы желаем Центру подготовки космонавтов процветания. Нашему коллективу удачи. Здоровья, энергии. Новых достижений. Профессиональных успехов. Новых идей на благо российской космонавтики. Пусть этот год будет отмечен знаменательными свершениями. Пусть старты будут легкими. Посадки мягкими. Орбитальная работа плодотворной.